вот совместно студенческой, школьной. Лабораторий таких больше 60 штук сейчас как бы запланировано в этом детском технопарке. Это программа «Наука в регионы», которая действительно позволяет проводить, учить не только детей, которые находятся физически здесь, но и делать доступным лучшее образование, естественно, научное, ну, всем детям нашей страны и в тех регионах, где пока нет таких возможностей. Дальнейшее развитие, которое сейчас предусматривается вдоль Лихачевского шоссе, выделен кусок земли, где рядом с физтех-лицеем создается физтех-ленд, так называемый. Лидирует этот проект наш выпускник Андрей Суздальцев. Это коммерческий проект, то есть часть этой земли будет строиться ЭПАТ-отель, где будут останавливаться гости конференций, которые в технопарке будут происходить, а часть это будет такой парк детский, ориентированный больше на, как у нас физтех-лицей есть, теперь, видимо, будут физтех-ясли, физтех-садик, вот, больше на мамочек с колясками, на молодых физтехов, как бы, которые готовят своих детей, можно сказать, с ясельного возраста становиться лидерами через нашу систему школа университет лидер. Коллеги, ну, у нас будут. Да, это вот как этот физтех-ленд, уже есть какие-то проработки, будет выглядеть. Он будет на набережной находиться, то есть там прекрасное место будет для прогулок. Это уже разные партнеры, которые с технопарком начали сотрудничать. Тут есть и корпорации, и институты развития, и институты. И в этом смысле обращение к сообществу физтехов. Да, те, у кого есть какой-то интерес реализовывать проекты, коллеги попросили, чтобы я вот обратился, приглашаются осваивать вот эту уникальную инфраструктуру на базе технопарка, на базе всех лицеев делать проекты. Это могут быть как корпоративные какие-то проекты, связанные с развитием кадрового потенциала. Это могут быть какие-то, не знаю, смены, организованные из ваших родных мест, когда дети могут приехать сюда, здесь прокачать свои знания по физике, математике или какие-то проектные конкурсы провести. Это могут быть лаборатории какие-то школьные, которые ориентированы на профориентацию. В общем, сейчас самое время, у кого есть идеи и желания в этой области, как говорится, реализоваться совместно с физтехом, совместно с физтех-лицеем, вас с радостью, как говорится, коллеги ждут. То есть, насколько я знаю, сегодня будет несколько экскурсий в технопарк, можно будет глазами посмотреть, как он выглядит. Также от техкомпаний, физтехи, вы знаете, много занимаются репетиторством, в США тетрадки проверяли, вот, и, как ни странно, это приводит к тому, что, в кавычках, не странно, возникают компании типа Учи.ру, Skyeng и так далее. Поэтому мы еще также думаем, что этот технопарк, он также будет таким кластером от тех для развития. Контакты исполнительного директора фонда развития физтех-школ, соответственно, если кто-то где-то что-то не успеет спросить или хочет более подробно обсудить, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое.